Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это партия в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Екатерину Медичи. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Надо... Сколько ходов? Два хода до объявления войны. Ну, очень жаль, что мне приходится воевать с греком. Так, 25. То есть, в принципе, у меня на 12 ходов алюминия есть. Побеждаем инквизицию. Первая реликвия, основавшая инквизицию. Строителей сделаем. Универ готов. Лабы. Так, ну, отправляем все к англичанину сейчас. Слушайте, может, у меня сейчас партизаны как раз к тому моменту, когда я захочу захватывать, и они мне будут мешаться наоборот, а не греку. О, тут у меня разграблен. Фига себе. О, Биг Бен не установили-то. Так, надо китов починить. Блин, не то отправил. Как всегда. Так, тырим деньги. Этот у нас вербовка партизан. Нет, давайте ищем источники. Этот хищение шедевра. Нейтрализовать губернатора. Танк в Тоузе завершен. Амбар, канализация, водяная мельница, военный лагерь, театральная площадь, фабрика. Ну вот, кстати, фабрика, хотя она вот здесь. Ладно, шпион. Так, один ход до начала войны. Не до начала, я его обвиню, у меня будет повод нормальный. Ну тут что-то у меня, наверное, затапливает, но мне как-то пофигу. Откровенно говоря. Продолжим защищать. Шпионов будет на два уровня. Нет, давайте продолжим тырить деньги. Так, здесь полководца забираем. Ну, Асуан затапливает. Надо знаменитую Асуанскую плотину надо ставить. Давайте, наверное, мазутную сделаем. У меня нефти как раз дофига. Да, чирку получил.
Кстати, я могу музыканта уже использовать. Что? Я еще первый сделал в игре кругосветку. Да. Ты молодец. Я просто плавал пророком, разведывал. Так всегда и бывает, просто плаваешь, а потом хоп, и кругосветка. Я был уверен, более чем, что либо Конго, либо Англия, либо Франция уже сплавали. Не, я не особо морская держава. Ну ты тут этим ученым дарил. Обратился, был один. Ну да, ученый. Центр вещания. Блин, на лагерь не хочу. Продуктовый рынок. Какие чудеса тут. Эрмитаж. Ладно, давайте продуктовый рынок и в очередь ставим гранты. Тут китов надо вылечить. Поломались киты. А сколько у меня с англичанином союз, чтобы он не решил на меня вдруг нападать? 5 ходов. Англия только сейчас мобилизацию исследовала. Здорово. Ну, понеслась. Лёша там начал завоевательскую деятельность. Похоже на то. Минутный самолет. Ты же дали ему. Так, а как бы мне Микену увидеть? О. Так, Хатуса больше мне ничего не дает, к сожалению. Ну, что поделать. Если не горы. О, плюс 4 лояльности. Вот 10 есть. А не надо мне тут. Надо проект Манхэттен будет следующим ходом начинать.
Да. Надо Рейну пересаживать покуп. Хотя. Ну, Микены надо захватывать, конечно, теперь. Следующим. А, тут аэропорт. Кстати. Здорово я организовал тут. Хотел рыцаря убить. Блин, не показывает Аргас. Жопа. С ручками. Танк покупать. Причем в Виньоне, судя по всему. О! Так, строим проект Манхэттен. Дальше идем в робота, я думаю. Нет, тут уже не спасти плотинами ничего. Что-то как-то слишком быстро города падают. На лупы. Ручки. Ну, Леша 125 ходов готовился, поэтому... Нет, я с тяжелым сердцем вынужден на Горга нападать, но в этом есть причина. Конга. Ой, Конга. Горга, Горга. На Горга. Я это все видел. Тоже, в принципе, готовился. Это фигово. Давайте Варгас. Не успел. А я танк купил? Купил. Ну вот это, конечно, это я сам себе привез варваров. Не греку, а себе привез. Так, кстати, тут надо ремонтировать укрепление. Где у него... Алюминий. Вот алюминий относится к какому городу? К Афинам? Работы закончили, что ли? Они не закончились. Должен взять. Я вот не могу. Аж двоих взяли. Это стены я восстанавливаю. У меня дефицит нефти.
Блин, у меня вот так... Тут, конечно, какие-то баги конкретные есть. Вот у меня биплан. У меня сейчас 57 нефти. 57. 14 вход и расходуется 5. Нет, он мне пишет, что у меня минус 20 сил от дефицита ресурса нефти. Ну, чё за хрень? Ты под шумок там буддизм распространяешь? Я изучаю карту. Ну чё, ну? Ну почему это? Что это за дефицит нефти, блин? Откуда? Да, это... А как от бомбардировщиков? Защищаться, я понятно. Вот у меня стояли бипланы в городах. Чё толку? Ну, истребителями надо защищаться, а не бипланами. Или зенитками еще. Ну, зениток я... Просто это как-то они сильно быстро в города сбивают. И удары бомбардировщиков полностью город вводит. Поднимать воздух. На патруль, да. Просто клетка дает 5 пищи, 5 производства, 5 веры. Нормально. Это где такая? Это у меня. Ну, классно тебе. Это ж эти чертежи, короче, рисунки на песке. Наска. Там кто-то еще должен забрать ученого Конга или Греция, гляньте быстро. Главный ученый, надеюсь. Трындец, вообще у меня в центр уже эти варвары приехали. Я еще этим танком не походил, блин. Это нового времени вообще юнит, да, нового времени работает на него этот генерал. Здравствуйте, вы, господа, природу. Влад, можешь своими миссионерами не идти, у меня инквизиторы. Да кто говорит? Индус. Я все равно инквизиторами выжгу. Да я не иду. Я удерживаю просто замечанина, чтобы ты его не обращал. И даю ему защитника. А, нет, ему не идет защитник. Ему не пойдет защитник. Ну не пойдет и не пойдет. Кто вот эти ребята прутся вообще? Не, если сейчас на меня нападет этот индус, то он меня заберет быстро. Да, у него вообще, по-моему, нет войск. Они есть. А у него самолеты ему хватит, а у меня нефти только на воде одна.
Я не собираюсь на Египет нападать, я лучше на Конго. Совсем с нефтью не повезло. Нападу. У англичанина там за валетой аж две нефти валяются в песках. Я туда город не ставил, только что туда город везти туда. Боржик. Да. Боргосоюз? Нет. Я думаю, ты все понял, Инвиктус. Это выпил Голландии. Зенитки поставим, если в меня кто-то решит кидать. Свою систему. Ого, там из Маастрихта. Панамский канал прям тянется. Не, он утонул. Панамский канал утонул? У меня может был построить канал, Панамский канал в центре острова. Грек, а сколько у тебя было вообще, в принципе, этих бипланов? 4 биплана. Ну, то есть ты думал 4 бипланами отбиться? Я строил еще биплан. У меня проблема была в том, что у меня золото нет. И нечего биплан. Я, в принципе, не понимаю, как авиация. Авиации и другой авиации, истребителями или зенитками? В улучшенной баллистике. Ну вот мне нефть подвезли, значит танки будут. Кому нефть нужна, я тоже готов подвезти. На самолетах. О, в Спарте космопорт был построен. О, это спасибо. Так меня не только спартан построил. А, ну вот ошибка, например. Вместо того, чтобы космопорты строить, надо было самолеты строить. Я-то играю, я обычно с ботами играю на божестве. Там как раз по-другому. Боты не люди. Люди не боты. Да. А, это затопило. Жаль. Ну, я не хочу тоже плотины строить, это уже поздно. 22 хода это... долго и неинтересно. Аквапарк может, кстати. Почему нет? Блин, 12 послов. Может кто-нибудь отправить действительно? Да. Не хочу. Дай бедному греку. Так, знаете что, дальнюю, у меня, во-первых, центр вещания еще один, надо дальнюю связь Боже. Открыть. Атомные подводные лодки, апнуть каперы в них, тут вниз плыть. Быстро Аргос отваливается? Не, вообще не быстро. Терпимо, я бы сказал.
Довольно быстро, конечно, Грек упал. Англия, предложение. Еще одно. Вот важная Афины с алюминием. Может, еще одного сделать? Так, этот ракетостроение, хищение средств. ...246 выунул. О, наконец-то 316 у него. Если он там стал какие-то эти делать. Бордо, Париж, Тулуза, Лион. Из Нанта не бегает, да? Что-то нельзя отремонтировать. Давайте аэропорт починим. Когда-то у меня три хода. Давайте откладывать на ядерке производство. Хотя в Микене и Сикионе, конечно, надо строительство поставить какое-нибудь. Кризис Грек не выдал против меня. Что у нас вообще по развитию? 470 и никого рядом. Культура 351 и никого рядом. Серьезно? Я должен был сейчас Андерват построить. А, я его построил, да? Ну, чудо такое. Блин, так обидно. В плюс пошел алюминий. Я смог вовремя добить Грека. Так, только город не захватывается, к сожалению. Сколько? Ну, вообще, я обычно современные бомбардировщики бы оставил. Поэтому пока так. Перебазировались. Убиваем рыцарей.
Леон. Фабрика... А, я оставляю производство уже, да. Так, значит, здесь, в Сикионе, мы ремонтируем стены. В Афинах тоже. В Микенах монумент. Все, во всех остальных городах. Руан еще не обращен. Бомбардировщик перебазируем. Все, Аргос уже прекратил отваливаться. Вербовка партизан. Беспорядок давайте сделаем. Юниты Руан в Лондон. Этот в Авиньон перебросим. Боже, сколько у меня городов! Играть можно вообще. Так, из Нанта в Лондон. Два хода до проекта Манхэттен. Мне надо какие-то морские юниты купить. Ну, такими, которые захватывать можно. Вот эсминец. Эсминец, так. Здесь у нас ракетное это будем ставить. Эритрию сожгем, я думаю. А сколько ходов до следующей эпохи? 7. Один ход. Амбар. Чиним. И этого. Не знаю, это на территорию грека куда-то надо. Я с Инвиктусом мир заключу. Инвиктус не страшен. Кампус, промышленная зона. О, 4. Я, наверное, давно уже хотел тут промышленную зону, только забывал. Так, нет, здесь оставим. Мы будем ядерки клепать.
Что у нас с религией? Он, я так понимаю, хочет Инвиктуса захватить. Наверное. Вербовка партизан. Есть у Конга что-нибудь такое, где... А, у него дофига этого на самом деле. Давайте в бокову. Что вообще по шпионам? О, он везде ожидает задание. Жидикель. Губернатора. Что-то в Квиллу надо. Это тырит ускорение. Это тырит средства. Кого я там еще не успел? А, я так и не отправил Жидикель. Здорово. Антуан и Анория. Так, ну я могу теперь уже покупать просто за деньги вместо строительства чего-либо. Что по науке? Никто вообще не запустил спутник еще. Так, а где мои танчики? А вот они. Чё, не добегает, да? Все, готово. Ядерное устройство. Ядерное устройство. Ядерное устройство. Ого, сколько. В Монпелье торговец. В Нанте торговец. В Лионе ядерное устройство. В Бордо. Лёша не щадит природу больше всех. Да. Время осуждений. Что? Реальность. Что тут новое? Либерализм возьмем. Так, шпионы. Этого в Квиллу пересаживаем.
Тулузы. Давайте в Авиньон перебро. Или там ей там есть. Но. Давайте в эти в греческие города. В Спарту, например. Зенитка. Шахта. О, блин, генерала. Я танк хотел подвинуть. Или я танк апнул, не мог подвинуть. У Конга утонул аэропорт. Два города осталось тут и тут. Этот будет по лояльности отваливаться. Может его вообще не трогать. Да, я с голландцем мир хочу заключить. А за Акведук дают очки? Ваня. Очки эпохи за первый акведук. Где? Yeah. О. Можно обстреливать. Ну, этот город я уничтожу. Этот, наверное, оставлю себе. А за всякие воздушные шары там... За артиллерию дадут. Это если это первый юнит, который требует нефть. То же самое и за танк будет. Надо мне театралку где-то еще сделать. Причем ходом надо взять на уменьшение. А, блин. Блин, это. Что они там будут требовать, эти ребята, дальняя связь? Одну единицу урана, нормально. Давайте дальнюю связь, а потом робототехнику. Глобализацию следующим ходом как раз открываю. Аквапарк. Колесо обозрения. Торговец. Торговец. В Аргос перебросим. Так, из Спарты в Лондон. В Туре рынок. В Спарте монумент ремонтируем. Амбар ремонтируем. Поломали все, ремонтировать приходится. Спасибо за игру. Пару ходов осталось. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Пока. Спасибо. Как вот ваше мнение на 10? Их нормальные, лучше? Я не знаю, меня бесит генерация карты. Так-то на 10-рых, в принципе, нет разницы на 10 или на 8. Я думаю, на время это вообще не влияет. Может, мне на 10-рых нравится, да. Не, на время это вообще никак не влияет. На... После так... Ну что? Говорят, что... Инвиктус, ты как-то... То ли ты на голос поставил, то ли что? У тебя как-то, знаешь, ты как говоришь, у тебя затихает голос и пропадает окончание предложения, что ты там хотел сказать, что-то такое. Нет, просто была переходовка. Я говорю, что говорят карты...
Ну, карта полное дерьмо, если быть честным. Когда Лёша там уже будет улетать, он смотрит и то, что я получил, как бы это просто ужас. Кстати, есть можно ресурсы, но спутник запустить. Ну, больше ничего нет, кроме этих ресурсов. Сейчас у меня тут более-менее все за счет того, что у Наски прикольно это улучшение. А, давайте спутник запустим. Посмотрим равно, просто на территорию типа, действительно. Во-первых, там 80 ходов, я просто сидел, аутировал. Но я не уверен просто, что это влияет, ну что количество здесь сильно влияет, потому что я так ну, не один раз уже попадаю в такие прекрасные условия. А мы сейчас с бета баланс старт играли или без? С... Бета баланс старт есть. Это просто игра такая. Старт не старт, она не сильно, по-моему, помогает. Диверсия, хищение технологий. Подрыв плотины. Хищение средств. Так, карточку на апгрейд. Где? Вот, и карточку на вот это, электронная коммерция. Давайте тут театралочку где-нибудь наконец-то организуем. Так, в Сикионе. Исследовательские гранты. В Афинах. А мы, у нас какие-то правила по ядеркам есть или нет? Потому что я удивлен, что никто не бросает. Может, они запрещены? Нет, нету никаких правил. Как старые добрые? Да. Почему ты, Лёша, не бросаешь ядерки? Ну, а что надо, да, считаешь? Ты фанат вроде был ядерок всегда. Ну ладно, хорошо. Я брошу, но это, пожалуйста, не считайте, что это я в этом виноват. Это все вопросы к Владу тогда. Подстрекатель. Не, ну ты же попросил ядерку. Ща хопа раба разбомбили. Я был бы рад, если бы это сделали, даже если бы 40 ходов назад, я был бы еще счастливее. Кого? Кого? Меня, если бы разбомбили. Франция осудила Конго. Что? Это хотя бы эти.
А, это пошел тест ядерки. Да. Она хорошо пролетела. А я причем? Она... При чем? Она прилетела ровно в проект Манхэттен. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, неудача, что я могу сказать. Алексей, да, он такой любит ядерки. Хлебом не корми, дай ядерку бросить. Не, хлебом все равно можно кормить. Но ядерку тоже нужно дать бросить. Минус 8. А там куда залетело? В центр города? Инвиктус, а ты Эритрию не можешь захватить как-нибудь? Я могу пообстреливать, а ты ее захватишь просто. Или у тебя далеко где-то там юниты? Он у меня отвалится все равно. Ну, он отвалится, но... Он отвалится через... 7 ходов только. Проекты во всех городах. Да нет, города Горга просто вот и все. Это даже без проектов. Называется Лёша всю игру селился, а потом резко упали соседи. 10 ходов, мне кажется, будет. Не, просто у меня реально столько территории было. Он сейчас забирает Горга и все, и то есть Конга и то есть. Ну пусть заберет, тогда решим. Как говорится, наведите Хаваль а-ля Зман. Куда ховаться, говоришь? Хаваль а-ля Зман. Ты пропадаешь. Я ничего не понял, да. Походу далеко как-то от микрофона, или микрофон далеко от рта, что-то такое. Сейчас нормально? Отлично. Я говорю, есть такая фраза «Хаваль а-ля Зман». Жаль вашего времени. Жаль вашего кого? Времени, времени, ребят. Потому, а, времени. Я ему ничего не могу сделать. Ну, есть у меня авиация, но навряд ли я смогу сделать. А, да это я, понятно. Я так понимаю, что Горга сейчас падет и все, то есть... Горг. Не Горга, а Конга ты имеешь в виду, Конга, да? Конга. Я последние две игры, когда начинаю, сразу понимаю, что я эту игру не выиграю, поэтому я не удивлен. У меня тоже была жопа просто, территория просто жопа. Не, у меня тоже все более-менее нормально, я там Минауку разогнал и все, но все равно у Лёши 600, у меня как бы 400. Все как бы по науке... У Лёши соседи просто все сдох. Просто представь, если бы ты меня забрал на мамлюках. Ну и потом бы мы с Лёшей, скорее всего, вместе пилили Конга и Грецию. Вот у... против Лёши Греция просто, ну не знаю, развалилась за десяток ходов. Там уже сам человек сказал, что он не играл с сетевой партией. То есть я сказал о том, что Лёша самолёты 20 лет назад, примерно, до Лёши напал. Там просто рашишь зенитки. Но он построил самолеты, как ни странно. Он построил нормально аэропортов, самолетов. Я думал, будет... Короче, проблема в том, что у меня не было алюминия. И у меня единственный шанс был это захватить Горга, у которого алюминий есть. Вот и все. Поэтому я и вынужден понимаю, был... Зачем дали селектирую алюминий? Я не дал ему. А мне дал англичанин, потому что я ему в свое время, когда с ним воевала Конга, дал селитру. Так что это баш на баш. Честно все.
Ну ты мне еще за алюминий дал этот нефть. Мне ну еще, нефть да, нужна. Да. Да, но подал этот Конрад. Что? У меня вообще урана нет на территории. Селитры нет. У меня тоже нет урана, ты понимаешь, что ты делал? А у меня есть. У меня есть все ресурсы, но какой смысл в этом, если нету холмов, нету земли просто, потому что есть тундра и пустыня. Поэтому пустыня вообще без холмов, я такой пустыни в жизни не видел. Типа, если бы там были холмы, я бы был королем, но холмов просто один. Один холм во всей пустыне, реально один. И что с этим делать? Ничего, сидишь, просто ждешь. У него уже человекоподобные роботы. Все это, ГГ. У Ромы, у Лёша робот, да? Прикольно. Да. Ну да. Я что предлагаю... Что-то науки как по 600. Я предлагаю поставить плюсик здесь. Ну да, я согласен. Как бы... Не, у меня единственный тут конкурент, в общем-то, Конго, и я его забираю, все. Ну, как бы, сдаюсь, чё. Пиши плюсик. Все, кто согласен, что Лёша выиграл, ставьте плюсик. Кто не согласен, не ставьте плюсик. Прямо скажем, в отличие от Конго, в этот раз мне очень завезло с территорией. Её у меня дофига. Она у меня хорошая. Хотя я считаю, что у Горка ну, она была лучше, но все равно. А у меня... А у тебя уран есть? У меня? Со всеми ресурсами. У меня по одному ресурсу нефти, угля и этого, и алюминия. Все по одному. Я когда-то появлялся так, как ты, только у меня вот там, где у тебя бока, у меня там была столица. Проблема этого стыка континента в том, что слишком много гор. Ты даже ну, ты тупо не можешь ничего ставить. Слушайте, ресурсы извините, а можно мы шеф-тинтер три хода сделаем, чтобы у меня спутник запустился, я всю карту увидел? Давай. Буквально три хода. Все кроме центра, вот тут, где Тулуза, тут плохо видно. То есть видите, вот мы вот так вот по диагонали горами я отделен от Горга был. Вот такой вот там, где Родос, видите, вот такая диагональ идет. А все остальное, вся остальная территория тупо моя. А, вот оно что. Селись, Влад, на что территории не хватило. Еще территория получите у меня, Влад, поверь. Ну я не вижу твою, я не могу ничего сказать. Но ты когда смотришь на клетки, Египет, ты когда смотришь Голландия, на клетки, помнишь, Индия. Что это бонусы. Все, открыл я карту. То есть Ацтек отдельно вот на этом острове был, да? Это полная печаль. Полная печаль. Смотри, это все невозможно играть. Ну да, да. Причем это луга сплошные, да? Вообще, ни холмов, ничего, это просто печаль. Только в Тенчтитлане и в Тинауке есть холмы, а все остальное вообще грустно. Смотри на меня, тоже полная печаль. Я в Амстердам пошла этот это непонятные пески непонятные. Потом дальше. Одна тундра. Ну, пустыни как-то вообще очень странно генерируются. Именно больше всего у меня проблем с пустынями. Они почти всегда рядом, типа, и они ну, вообще не помогают жить. Раньше ну вот, там было смотри, вот в твоем случае, да, Влад, ты просто не в курсе про Наску был. Тебе, конечно, если бы ты как можно быстрее засоюзил Наску... И построил вот эти вот штуки во всех городах, которые, ну, в Багдаде, в Мекке. Они бы у тебя были офигительные. Даже без Петры. Ну, согласись. И тебе, конечно, надо было через... Попытаться через религию побеждать. У тебя Наска и Ереван прям вот рядом две ГГшки на веру. Я пытался, но я не успевал. Ну, слабо. Надо было как-то тебе бомбить Кайна. Да я хотел убить вообще Египет, но просто не то голосование прошло. Прошло голосование не на минус количество, типа... Убил бы Египет, был круто. Ну, я так и планировал. У меня было очень много этих мамлюков, они шли. Но просто, я же говорю, наоборот, работало на промку это голосование. Я думал, что мы проголосовали за то, чтобы дольше строилось, а вышло наоборот. Типа я прихожу, через три хода у него куча войск, просто куча. То есть там было вначале 600 на 200 или 700 на 200, стало типа 700 на 600. И защитник веры теперь по ходу работает только в случае, если все города обратил. Именно важно именно все города, даже не просто превосходство.
А раньше вроде бы такого не было. Ну, в общем, ребят, я понял, на 10-3 это печаль. Сколько раз не играл на 10-3. Один, два, хотя бы минимум двое просто печальные ситуации остаются. Алексей, по поводу Насхи, то есть она была бы крутая, если бы... Даже так, я бы поставил внутри города, но это все равно был бы потолок. Все равно снизу тундра, сверху ничего, слева Египет. То есть все равно маловато земли. Типа, три города, конечно, круто, но не настолько, чтобы... Тебе этого достаточно для победы религии. Смотри, у тебя обращен был бы Египет, ты бы успел прийти ко мне, меня обратить намного раньше. То есть ты должен был вообще ко мне приходить, у меня не было религии очень долго. И у тебя был бы единственный, собственно, соперник, который мог бы тебе помешать религии победить, это индус, я так понимаю. Индус и Инвитуса что-то там было тоже. Как-то там замириться, какую-нибудь дружбу кинуть. Так как у тебя веры реально намного больше, и у тебя две... А если бы ты еще ко мне пришел, ты бы еще нашел две религиозных ГГшки. У тебя бы веры, там, не знаю, 500-600 вход должно было бы валить. Ну, без религии, потому что я же видел религию, что... А плюс, да, и еще важно, Ереван тебе дает выбор апостолам любого повышения. Ты берешь... Одного апостола 75% убрать религию, другого апостола тройная религия. Я так и делал. То есть ты остальных обращаешь просто, ну, тройная сила в чужих городах, а к индусу приплываешь апостолами убрать религию сначала, а потом этот тройной. Ты его города вполне можешь ходов за 3-4, он не сможет тебе ничего сделать, не успеет, тем более, что на воде. Плюс есть еще в Золотом веке это на религиозные юниты, они там летают по морю просто, там, не знаю, 12 клеток. То есть ты реально там, не знаю, через ходов 4 будешь у индуса от себя. Можно было вот победить. Я вот хотел Египет убить, а потом уже думать, что делать дальше. И поэтому потратил очень много веры вначале. То есть я потратил где-то, ну, где-то 1000-2. А тебе не надо было Египет убивать. Тебе надо было просто всех обращать в свою религию и все. А еще надо учитывать наличие инквизиторов в городах. Ну, в этом и фишка. Нет, там логика такая, что можно просто не успеть среагировать. Да. То есть, если бы я пришел к Египет, да, последний. Но толпу апостолов или миссионеров пропустить. Нет, а еще лучше было бы сагитировать англичанина на войну с индусом. Англичанин, то есть индус был бы сосредоточен на войне, а не на религии. И в это время ты там вот это вот все делаешь. Или наоборот, индуса на войну с англичанином. Ну как-то вот так сделать. Ну, ладно, согласись, это сложно достаточно. Всем пока. Не так просто. Религию очень быстро палят, особенно когда ты играешь с опытными людьми. Да нет, Алексей, кто бы думал? Я же видел, что у него такая большая религия. Я никогда бы не думал. Ну, смотри, я... не знаю, хода до сотого, по-моему, я бы вообще просто ничего не мог бы сделать, я бы там и войну ему не объявлял, ничего, он мог вполне меня обратить до этого времени. Я думаю, тоже сам... Конго сам бы хотел, чтобы его обратили, потому что, ну, Конго, у него бонусы от религии. Египет тоже ничего не сделал, и ты бы ничего не сделал. То есть, ему бы оставалось... То есть, он бы нас вот всех обратил. Оставалось бы только Англия и Индия на самом деле. И это только вопрос, как это, ловкости. Ну, я так считаю. Ну, вообще, да, ладно. Получилось в любом случае... Это не просто. Когда 10 человек, это очень сложно просто. Да, согласен. Ну, я согласен, что здесь опыта нужно. Я, в принципе, сейчас очень много играю, когда играю религией, просто чтобы... приловчиться, как там быстро во все выходить и так дальше, потому что, в принципе, я бы мог прийти там к египтянину 10 годов раньше, и тоже было бы просто. Да. Ну то есть ты своих этих мавляков напокупал за религию, правильно? Да, они стоят просто копейки, типа там 180, и мне вход уже было 180 на тот момент. Не знаю, мне только не хватало железа, но мне Инвиктус помог железом, и было вообще легко. Они железо требуют? Теперь да, 10 железа. Это самая большая проблема вообще. Вот. Самая большая проблема сейчас, в принципе, играть через религию в том, что ты когда покупаешь имя, то есть оно нужно железо или там другой ресурс. Ну, как бы в идеале за Аравию я должен был бы хорошо рашить и науку, и религию, просто выходить в более технологичные юниты и убивать ими. То есть там можно, например, зарашить, попробовать танки,
и танками приехать и легко победить, потому что танки все равно покупаются дешево, а только нефть нужна. Но я не понимал, что будет с нефтью, и, короче, забил. Ты же шел по нижней ветке через Миндересы, да? Конечно. Не, я там по культурным направлениям все четко сделал. У меня вообще не был ГГшек не культурный. Одна была научная, и то меня постоянно грек перебивал. Чай полный. Не, надо на весь мир играть. Кстати, весь англичанин, мир. А вот у тебя ошибка, что ты нанмодол не союзил. У тебя бы куча культуры было с него. Он дает две культуры в каждом районе на побережье. Ладно, в любом случае, спасибо за игру. Давай, спасибо за игру. До свидания. Спасибо. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!